Меня зовут Михаил, и я со школьных времен страдаю близорукостью. Теперь работаю в журналистике с новостями и каждый день прочитываю по 2-3 тысячи материалов. Естественно, зрение упало и глаз утомился. И, в общем, я решился на лазерную коррекцию. Я приехал в отпуск к своим родным в Ангарск и пошел, конечно же, в центр зрения микрохирургии, потому что я считаю, что это самое лучшее, что есть в Иркутской области. Я анестезиолог. Мы с вами чуть-чуть побеседуем насчет противопоказаний к оперативному вмешательству и вашего состояния здоровья общего. И встретимся с вами уже в операционной. Подскажите мне, есть ли у вас какие-нибудь аллергии на лекарственные препараты? На лекарственные нет. Вообще жалобы на состояние здоровья есть какие-нибудь? Нет. После того, как вы зайдете у нас в операционную, переоденетесь, вам множество раз закапают капли, обезболивающие глаза, поставят распорки в глаза, и будет работать лазер 5 минут примерно. В этот момент очень важно смотреть в одну точку, глазом вести в сторону нельзя, потому что тогда придется перенастраивать аппарат, скажем так, это займет какое-то количество времени. Ну, конечно, волнение есть, но я ожидаю отличный результат. Начинаем с левого глаза, поэтому правый мы закрываем. Задача будет лежать, смотреть на зеленую меточку. Все. Перед глазом будет появляться туман, вам больно не будет, меточка эта будет теряться и двигаться. Когда я скажу замереть, вы уже не шевелитесь, и все. Спокойно. В принципе, все прошло отлично, молодчинка. Все, объедет, аккуратненько садимся. Я один. Ну, тут еще есть люди. Плыву куда-нибудь? Нет. Все, хорошо, давайте шарики оставляем, они пригодятся следующим. Все супер. Очень легко, очень просто. Ну да, и как обещали, абсолютно не больно. 15 минут назад операция закончилась. Как вы себя чувствуете сейчас? Вообще, на самом деле, отлично. Голова не кружится, все хорошо. Ну, конечно, пока размыты глазки. Послеоперационный период отличный. Небольшой дискомфорт будет. Угу. Вечер уже пройдет. Все замечательно. Подбородочек убирайте. Угу. Интервал между капельками минут 5 делаем. И завтра вы с новым зрением к нам придете на контрольный осмотр. Супер. Очень ждем. Операция прошла, все супер, быстро, безболезненно, как обещали. Доктор Писаревская просто богиня. Огромное спасибо за то, что она поработала с моими глазами. В общем, я надеюсь, что я буду в жизни носить только черные очки. Ну, я уверен в этом.